Когда забиваешь такой гол на чемпионате мира и переживаешь этот момент, я сказал ему: «Теперь докажи миру, что ты лучше, чем Месси». Мне определенно тяжело от того, что этот гол стал неотделим от меня. Это чувствуется в каждой игре. Гол Германии! Марио Гёдзе, 113-я минута. Андре Шюрле прорывается на левом фланге. Передача запасному Гёдзе, и это гол! Германия! Гёдзе! Его обвиняли в равнодушии, что он слишком мало тренируется. Каждая передача должна приносить гол. Так не бывает, никто на такое не способен. Каждый ставил свой диагноз. Но когда знаешь причину, для тебя все это звучит смешно. Все мои коллеги и все журналисты были неправы. Бывают ситуации, когда, несмотря на публичность, чувствуешь себя беспомощным, потому что на многое не можешь повлиять. На мнение людей, на то, что о тебе пишут. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки.